В связи с тем, что сейчас проводится в городе подготовка к 55-летию, проводится ревизия незаконно установленных палаток, мы их, в принципе, выявили. И теперь для того, чтобы их можно было вывести, а вывести, естественно, должен и обязан сам владелец, кто его установил, в таком случае мы принимаем такие решения. Мы предупреждаем за неделю о том, что вам необходимо вывести незаконно установленную палатку или явиться в администрацию. Если сам владелец после предупреждения не демонтирует, то мы будем тогда производить демонтаж силами МУП «Автослуг». Напишите. Получил. Уведомлены? Да. Слушайте, получил. Ночной ларек, я этой ночью одинок, и даже водка не согреет душу мне. Ночной ларек, в ночи бескрайний огонек, и лишь звенит гитара в тишине.